Конечно, я люблю лето, но родилась я в ноябре. Поэтому ноябрь мой месяц. И хризантема тоже мой цветок. Цветок ноября, дарящий радость и надежду. Еще говорят, что у ноября запах тыквы. Теплый, нежный, домашний. Ноябрь. Чувство легкости и какого-то смущения от сброшенной природой одежды. Убраны уставшие краски. Время графики. И обостренного желания тепла. Так уж, наверное, повелось. Весной душа ищет нежности, летом простора, зимой сказку, а в ноябре душа ищет дом. Всего вам самого теплого, светлого, нежного, домашнего.